Мы вернулись. Я забыл стрим выключить у себя. Опять растянуто, короче, перезапустите. Это фотка от Ризыч, это я. Если что, запомните, может, отгадаете в конце, если будет. Ну, начнем. Опа. Поехали. Вот такая вот интересная игра. Роцкмен. Так, насчет звука, кажется, нам подрегулировать надо, скорее всего. Кусака, драчун, снежок, бабочек, огонька, господи. Да, пак. Ну тут, я не знаю, какая-то чуть-чуть, иногда другая физика, ну, точнее, не физика, а движение противников происходит. Ну, начнем. Ладно. Сразу. На дефолте нет, сразу же вопрос, наверное. Да вряд ли. Да нет, смысл. У меня вопрос. А в японском рокмане там вот эти имена на английском были, что ли? Да. Да. Понятно. Я просто не играл. Да. Они во всех как бы на английском. Понятно, почему рокман перевели. Ну, кроме более поздних, там все-таки текст сюжетный какой-то Черт. Есть, и там иероглиф. Ну, в четвертом, том же самом, да, в пятом, в шестом. Да и в третьем, по-моему, тоже. В третьем. Я не помню, что на самом деле. Ну там как бы именно имена роботмастеров там всегда на английском. Любимый враг, телефон. Имена... Главное отличие это то, что разрав была идея по поводу рок-н-ролл, а тут решили, нет, человек, рок как-то вот не по-нашему надо. Мы вот американцы, это все такое у нас. Поэтому будет Мегамен. Да. Мега. И также с этим. Мега. И картинку вот эту японскую тоже нам не пойдет. Не-не-не, мы свою нарисуем. Там с Спортоменом тоже, по-моему, такая штука была, там же его иначе называли. Блюз, по-моему. Да-да-да. Блюзмен. За музыку появления? Да, наверное. Для чего ним заниматься будем? Рокман. На последнем боссе тоже будешь использовать палочку лич? Да, только на второй форме я в конце перестану это делать. Так из этого я могу словить. Да, мы все знаем, чем это может закончиться. Тем, что игра просто зависнет. И бонус тоже не перевели. А там уже текст, видимо, по-другому написан, поэтому... Начнем. Да, кстати, с этим еще, ну, некоторые имена персонажей там, того же самого База. Баз в английской, по-моему, а Форте в японской. Чуть не угадал. С тем прыжком. Интересно, почему именно электроника взяла Рокмана, а не Мегамена? Ну, наверное, потому что китайцы Рокмана, пиратели, они решили, ну, возьмем у китайцев, переведем. А, ну, все правильно тогда. А, тогда да. Интересно, электроника вообще знала о том, что есть вся эта индустрия там на Западе, в Востоке, или они тупо ориентировались на китайщину? По-моему, по барабану было, как и всем остальным. Да. Что первая подруга, скорее всего, попалась. Типа... А сколько раньше эти карики вообще были, не в курсе? Цена карика, в смысле, оригинальных? Черт. Не-не-не, именно вот этих переведенных на русский, они, наверное, ценились там в два раза дороже стоили. Не, вообще на русский. Не думаю, я думаю, продавалось как все остальное рублей за 20-30. Да блин, что происходит? Я получаю очень много дамага. Ты кухар на тебя смотрит и заливается горькими слезами. Да кухар там, наверное, в поезде уже едет. Тем бухту. Заметные проседания. Вот нормально. Стандартные. Да. Самая первая часть серии, в конце концов. А, черт. Ну, мне сложно сказать, какие проседания, у меня все проседания. Аналогично. О, жизнь-то еще не взял. Мне хрен открывается только вкладок у себя в браузере. Не надо, тут не... мы все браузеры проверили. Да, что это такое? Просто садюсь. Это... Наверное. Ай-яй-яй. One HP. Тебе...
А тебя сейчас еще МКО обсирать будет, ну да. Я тоже фанат Мегамена, так забыли. Так что сейчас буду говорить, ох, как... Ах, вот ты, фу! Не, ну тут сейчас быстро можно убить же. Да, только можно сдохнуть, потому что он сейчас затроллит, да, как я и думал. Пофармил бы чуток жизни. Это Кусака, не Катман. Это Кусака или Кусалка. Кусака. Начнем. Блин, так бывает. Начнем. Слушай, это тебе. Ну а что, ребята не парились? Вот как в 90-х назвали, а по-своему. Что там? Рэди, ну начнем, ну да, Рэди. Опа, это уже одно и нет. Куда я кинул, а? Ладно, окей. А попал. Ну тут не получилось вязать паузу лич. Да тут можно и. Давай на дефолте. Катман-то легкий. Угу. Как и многие боссы. Фига себе, ты его аннигилировал. Не такой прыгучий. Ты у него аннигилировал за два кадра. Так чё, МКОЛ правильно говорит? Говоришь, точнее. Все легкие. Каратыш. Его рекорд. Почему Эликман коротыш? Вот почему. Ну типа коротит. Да, короткое замыкание. Фантазия-то какая. Да. Мне больше понравился его рекорд. То есть он. Что происходит? Куда он бежит? Стой. Стой. Опять я не вижу персонажа, а все. Что за упоры для перевода? Это перевод официальный, ну не официальный, а от наших русских чуваков электроники. Из 90-х прямиком. На то время это общался... Не какой-нибудь там Вован, а именно вот... Mm-hmm. На то время считался... Вован лучше перевод. Вован. Нет белых. Вован. Mortal Kombat Вован. Нет, это пранкер, который... Вован. Угу. Или пранкер еще автор одной копипаст. Да, сейчас тут грохнусь, вот вообще весело. Так, пишут. Зачем тебе этот ХПшка? Да, не собирался, извините. Так, Литл пишет, что музыка в первом Мегамене самая лучшая. Ну, не знаю, тут на любителя. Не, вообще-то... У нас же был опрос в группе, и победил там какой Мегамента. Музыка из какого Мегамента победила? Фиг знает. Из второго, по-моему, да, который? Куда? Может, что происходит? Прорвали? Я не помню, честно. Я тоже не помню. Меня скинуло, вообще забавно. Надо было успевать. Да что-то он прыгнул в сторону меня. Сразу. Так вот. Гризуч пишет, Катман победил, нет? Сейчас глянем, на самом деле. Может, Катман... Я просто не помню, я... Могу ошибаться. Я в нем в этом вопросе не участвовал. Но точно не первый миг, по-моему, Мегамен победил. Скорее всего, может, пятый. Вряд ли. Не. Зацепился. По Ниндзя Гайдену бы такой же вопрос сделали. Да, было интересно. Как он физика лучше? На Стингу предложить. Сейчас опять будет телефон прыгающий. Ты первый Ниндзя Гайден бы выиграл. Ну, хз. Мне третий Ниндзя Гайден, мне очень нравится музыка. Побольше, чем в первом и втором. Не знаю, я же давно не играл третий. Точнее, один раз играл только, и все, то, что он что-то не очень пошел. В третьем просто такой техно, типа, прикольное. Там, да, там есть крутые мелодии. И последняя на титрах тоже вообще божественная. Сделал тактический выстрел, чтобы повернуться в ту сторону, которую мне надо. Потом обычно влево отворачивается. А я не долетел даже. Да так отпрыгнул. Ха. Все, коротыш сдох. Закоротил его. На три удара.
будет свет, сказал монтёр. О, кстати, точно. Яйца портс from натёк. Кому? Это, вот перевели бы... Прирезал провода. Третий бы, Ниндзя Гайден, перевели бы на русский лучше. Там как раз тоже японский язык, сюжет, ни хера было непонятно. Электроники, в смысле? Да, я про электронику имею. Просто ты проходишь Ниндзя Гайден все три части с русским. Снежок. Блин, сразу вспомнилось. Цельнометаллическая оболочка. Подходит к негру. Как тебя зовут, подонок? Рядовой Бронсо. Херня, с этой минуты ты рядовой снежок. Нравится тебе. Блин, надо посмотреть вот это. Пересмотреть, точнее, ее в гоблинском переводе. Что-то в последнее время часто про цельнометаллическую оболочку. Фильм-то на самом деле не то чтобы очень уж веселый. Ну да, я знаю. Но все равно. Ну да. Сатира интересная. Опять я высоко закину, что такое? Дальше палка как-то закончится и все. И ГВП будет. Меня откатают. Нет, юмор был именно. Майор Пейна понятно, просто юмор был именно в том, что. Так, меня не видно, это. Негрил, который обычно снежками всех называл белых, а тут выясняется, что он сам. Рядовой снежок. А, Любин, ты не тут распрыгался. Так. Чё? Ну, жизнь просрал, господи. Да ладно, тут всё равно нужна она тут. Использование бага. Какая жизнь? Так что где? Вообще. Да там была. Ты пробежал её уже. А, чёрт с ней. Вот. Наоборот, чем меньше жизни, тем лучше. Сдох, все полное будет. Nice play. Давай, двигайся. Чё-то встречу. Да. А так-то басярий. Да, сложный был в детстве. Перепрыгивать каждый его выстрелы и бить дефолтом. Роком не попадался. Мне тоже, кстати. Ни Кастлвания не попадалось, ничего. Потом, ну, у меня был же Дэнди брательника, потом брательник типа свалил жить отдельно, оставил Дэнди мне. Ну, мне там было сколько, года 3-4. Вот. То есть и на Кариках у него этого не было. Потом я уже с ним разговаривал, переспрашивал, он говорит, что все было. То есть он и Кастлванию проходил, и Мегамен, и так далее. Картриджи не осталось. Ну, блин, я, скорее всего, раздал. Я их просрал. Мне вообще ничего не попадалось из нормального такого. Ни Rough World, ни... Куда? Мегамен. Вау. А мне вот Rough World как раз-таки попался. Я потом, когда услышал этот музон, как случайно отпустил эту игру, я реально полдня сидел там, просто фапировал и ностальгировал. Пока бессмертие не прошел, не успокоился. Да, упал. Сейчас, тупо. К сожалению, уже таких игр нет, чтобы прям вот даже в памяти что-то всплывало. Последняя это была игра Socket на Sega. Больше пока ничего не встречалось. Опять. Ты что, ты издеваешься? Ползи нормально. Голову он бьется. Попробуем здесь или куда-то залез исполнить. Опять не работает, да что такое? И снова. Воу. Что такое? Че там вытворяешь, демон? Почему не работает, мне это не нравится. Я хотел вот эту хрень исполнить, но ну, черт с ней. Придется сдохнуть, наверное. Тут неудобно передвигаться. Это юзер. Хотел. Ну да, этот умер. Как и ожидалось. Прыгался. Угу. Тут морозишь, все, идешь. Хотел дальше. В стенку впилиться и вылететь, и все. Нет. Спускаться как дебил.
да. Обычный игрок. Ну, можно так сказать. О, Твич проседает. Ну, Твич такой, да. Черт, раз выстрел как-то. Никогда не понимал, как без палочек этих проходить вот это вот место. Просто... и не получить дэмэджа. О. Но там по жесткому таймингу может, в принципе. Понятно. Ну, какому-то совсем жесткому там в кадры попадать. Ну, походу, можно заморозить или нельзя. Получал повреждения и проходил. Дальше. Круто. Вообще не заморозил ничего. Ну ладно, в принципе, повезло сейчас. Такс, это просто пробегается. Раз, два. Холодильник. Вот тут 10, кажется, пробегал обычно просто, не останавливаясь. Или не помню. Тут так постоянно урон получаю. Нет, 10 нужно останавливаться. Угу. Просто единственная запись не осталась по Мегаману первому. Части в турнире. Дикий музон. Да, с паузу гличом вообще все просто. Но он может тебя наказать на последнем уровне. 8. Ну это уже известно, как его выполнять на последнем уровне. Так что тут не будет ничего. А игра как бы говорит, ты уже совсем охренел. Просто не показывают тебе титры. То есть ты главного босса убиваешь, но титры тебе не показываются. Ну да, если, конечно, дамаг получишь от противника. А так нет. Точнее, от босса. Если не получишь дамаг, оно закончится игра и все. В чем ты же прикол? Если бы я так ни разу не увидел, бы такого бы не случилось. Круто, я еще упал вниз. Литл там прется с бомбыча. Бомбыч! Пукан бомбит. Бомбуч. Бля. Я куда-то, блин, рано прыгнул. Да что у тебя, что происходит? О, я еще и умер. Круто, последняя жизнь, скорее всего, была. А нет. А че ты их морозил, они же... Зачем их убивать? Разве? По идее, он должен был заморозиться, глюканула бы игра и не больше не появлялись. Это не всегда срабатывает. Блин, не получил урон от пули, зато не поднялся наверх. Ну и ладно. Я дамаг получал. Сейчас в чем-то не получаю. Наоборот, происходит. И тут ты не должен дамаг получать. Ты что делаешь, дурак? Теперь мы что-то начинает стрелять постоянно у меня. Так, поставим весьма. Уворачивайся. Не получай урон. Конечно. Кто тебя убьют? Да что ты стреляешь в меня? Круто. Ты как-то странно это место проходишь вообще? Угу. Не пробовал обычным оружием стрелять? Что все убивается? Что не так? Ты не прыгнул. А что он нахер там? Затрясло. Как он не прыгнул? И трясет. А вообще там, по-моему... можно было использовать палочку. Mm-hmm. Запаснее. Ну, раз я ни разу не падал, я решил прыгнуть, как обычно. И озвездюлился за это. Вот оно. Вот оно, вот оно. Вот опять это дамаг. Слишком быстро залазишь. Угу.
Опять он стреляет, да хватит стрелять, а. Ну хватит. Я что-то не заметил поначалу. Угу. Только после пятого. 10 из 10, ну хватит. Киноман будет. Надо было. Где-то будет. Надо было написать. Надо было написать вон отсюда. Ну хватит. Или пошел вон отсюда, не до тёпа, но это уже вангеры. Это уже не то. Вау. Вот и все тут пропало. А что, проблемы не было, я не знаю. Опять они стреляют. И снова. Что с ними происходит? Вангеры. Сейчас мы получим дамаг. А нет, наверное, не получим. Так, сейчас не должен получить дамаг я. Но, конечно, да. Именно так. Получить лицо, давай, прыгни еще как-нибудь непонятно. Вот именно, да. Вот в упор ко мне. Ты ж любишь прыгать в упор. Все пытки затренить. Он постоянно отлетал в левый угол. Но сейчас он решил попрыгать на месте и забиться в правый. Ну это даже на дефолте элементарный. Ну, некоторые же его используют на дефолт, чтобы убить кого-то драчуна. Да, сначала он драчуна, потом уже. Просто его рекорд безымянный. Мне раньше казалось, что это не рычаги, короче, у них, а это... Пятки. Увлекся. Ну, Тон Философ, ты хочешь это... Челлендж, давай. Да, забей. Да, блин, неправильно сделал. Ладно. Так. Не то, опять прокладываться слишком много. Оп. Вот этот прыжок у тебя опять не получается, пиксельный. Вот он опять вниз падает почему-то, он ёлый, что ли? Это что-то из принципа я так делаю. У меня этот пиксельный прыжок, ну, так-то не особо сложный, но неприятный. Угу. Рост просто его бомбил. Когда готовился к турниру по Мегаменам. Замек-то, как турнир был, было как-то легко это делать. А сейчас? Ребята, Рок, он же, по-моему, легче Мегамена. Не, они отличаются не, только названием. Больше ничего. Нет. А чем еще? Физика выстрела другая. Да? Физика выстрела? Тут каждый выстрел проходит, там только третий. Ну там дебильная выстрела сделана какая-то. В смысле выстрел проходит? Куда? Ну там, насколько я читал, анимация там это... Блин, выстрел. То есть, когда стреляешь, там тут по три штуки, они все проходят цели, а там только один из трех. Я не понял. Ты считаешь, ты стреляешь очередью, и только первый выстрел засчитывается. А-а-а. А тут считаешь очередью, но по идее даже засчитываются все. Нет. Ты тоже проскакивает сквозь противников. А, ты между обычных противников? Обычные противники одинаковые. Мы же в Мегамене турнире я участвовал, я примерно... Я примерно дохну, короче. И не долетает, конечно, молния, еще она пусть проскочит вокруг него. И в меня пуля прилетела, да, я ударил чуть выше, у меня еще пуля прилетела. Прекрасно. Ай, блин. Вот затроллили. Начнем. А ну тебя, блин. Ну хватит. Так, опять я себе напрыгнул. Эта игра про ведьму с метой называется Magical Derby. А, у него глаз в разных местах появляется, он в чем прикол. Да. Ты шо, не знал? Нет, я же его убивал за секунду постоянно, теперь он еще глаз закрыл. Прекрасно. Прекрасно. Да еще. Он тебе все равно хп хватит, чтобы он перемещался. Давай, по хардкору, давай. Буквально запомни. Михаил, не забывай тебе тоже стримить. Смотри, он совсем самый верх свой глаз закинул. Без подката это вообще, конечно, такое еще говно. Да, без подката это само то. Все.
Тут ничего сложного, надо запомнить просто, как летают вот эти вот кубики, и все. Да. Ты да, бесконечный. Да. Помучаешься полчасика, зато научишься на всю жизнь его проходить. Угу. Дефолтным оружием. Да, это долго, бесполезно. Это долго. Ну, здесь пришлось так проходить. Я не помню, конечно, до куда я доходил. Так, опять остановился. Зачем-то. Должен идти и вот так вот стрелять, да. Именно так. Так, тут прыжок у нас, собираем электричество. То у нас следующий. Эти шипы сделаны наверху. Ты все равно туда не залетишь. Это может там секрет какой-то. Дизайн. Декор, блин. Да. Дизайн крепости Вали. Так что я слишком чтобы сильно. Всякие мегамены с воздуха его не атаковали. Кстати, вот насчет бесячего этого уровня, мне, кстати, тоже этот уровень не нравится. Да, три босса, так. Три файта вообще говно. Следующий кто у нас? Меня тоже он бесит. Так, мне нравится, три файта. Вряд ли найдутся такие люди. Не, ну тут просто не только три файта, а здесь еще и... Как бы сама вот эта часть, которая где побегать, тоже бесит. Ну, можно легко зафейлить. Если ты поторопишься. Эликмен. Арифайты это. Прием Конквист, вот нашел. Прием Конквист это английское название. Американское точнее. Это ну, да. Чего название? Magical Darapai. А-а-а. Так, опять нужно там при этом еще, по-моему, заставки что ли вырезаны. Что? Не подскажешься хуже, да? Ой, или какая-то американская. Поторопился. Вот о чем я и говорю. Сейчас все заново. Опять я не то сделал, и черт с ним. Да упади. Нет. Упади. Нельзя поддаваться искушению. Давай прыгай. Нет, просто у тебя пол. Да, я понимаю, что у меня там вообще жесть. Набор жизней будет. Какая? Ты как Джонни Кейдж, типа. Теперь ты падаешь. И Кен падает. Со скалы. Ну уже, ты умрешь, нет. Да, более. Скорее всего, на пульту где-то сдохну. Ух ты, блин, чуть-чуть бы и полетел бы вниз. Но это же не страшно, да, всего-то. Гризер ты имел в виду, Никита? Гризера, он... Так Гризера нету! Гризер был только у тех, кто был, у кого был спектром. Да, да, и это... Как там? Ну, короче, на NES, на Денди была контора, контра и проботектор. Гризера не было на Денди. Было европейское название для компьютера. Эх, получил урон все равно. Ну ладно. Да. Зато там была куча хаков всяких, таких дебильных, ой, боже мой. Тут пофиксили прыжки с этими лестницами. Хорошо. Чтобы сверху не запустить. Кстати, а чё раньше вышел? Рокман или Мегамен? Рокман. Странно. Значит, в американской версии еще и похуже все сделали. Они там, кажется, что так же сделали. В конце, в последних уровнях. Что нельзя достать. Так, в принципе, мне хватает жизни. Бывает. Я, например, в отличие от Спауна, по-прежнему склоняюсь, что американская версия третий хуже. Хорошо, что я в них не играл. Я не помню, какая версия лучше уже. Давно в нее не играл. Мне первой части что-то хватило на NES, и все, остальные вообще не тянут. Для прохождения как-то вообще их. Вот я не помню, на ком, до кого я в детстве доходил. Либо до клона, либо до того... До того пузыря. А желтого пузыря, да? Ты ж Паук лично не знал. Ну да. Его никто не мог пройти, блин. Мне пришлось руками как-то убивать его. Я использовал. Просто если бы ты его проходил, ты бы сейчас бы спокойно и без фаус глича его проходил. Говорю, это босс на один раз. Один раз прошел, запомнил, все. Я что, проходил? Нарвался. Я нарвался, да. Я же не сказал, что плохая, я просто говорю, что мне не вкатывают. Мне многие хорошие игры не вкатывают на NES. Он тот же самый недавно
Доки Доки я Энчи пробовал, вообще тоже не вкатило, что-то физика какая-то топорная мне показалась. Не понравилось, короче. Ниджи топор. Блин. Тебе сейчас вкочу. И тут такое запиливание заходит. В конфач. Себе вкочи, плиз. Не, ну если лицом в стул, то это будет, конечно, очень сурово и жестоко. Как там, я тебе ноги... Как там... Я ноги переломаю себе. Так, по пятер... Поздно выстрелил. Селеноглазое такси. Ой, Тима, ты тут? Да-да, я тут. Это будет месть. Да лучше. Ну... Почему месть? Это просто... Не, ну ладно, это не сейчас, но это когда Никитос будет стримить вот тогда. Ну, я тогда подготовлю сам. Да, Никитос так гореть будет, по идее. Да, круто. Вообще идеально. О, вот этот босс. Да, вот этот бесячий босс. Я его все-таки валил, блин, обычным оружием на дефолт. Вот я не помню, сколько он дему оставить. Типа, как выясняется, не спа... выясняется, что не спамь турбокнопку. Почему здесь на урон идет? В японке, видимо. Да нет, тут. Я помню, не знаю. Это заканчивалось тем, что. Трррр, а дамаг. Я не помню, кстати, как я его довалил. Я валил как. Тут еще есть прикол, можно невидимые камни брать. Только не знаю, как это делать. Да, да. Есть такое. Этого не знал. Что будет после меги? После меги будет нас угадай мелодия. Угу. Потом подумаем, что будет. И здесь суицид. Да я попробую прыгнуть. Так, подождите телефон. Воу. Конечно, теперь допрыгнуть не могу, правильно. Именно так. Ну, это вообще забей. Чёрт. Вот уже забей, да. Это уже все. Да, да, вот еще и после этих... После этих палок я не могу стрелять. Вот уж, вот уж нафиг было так делать. Потому что я всегда допрыгивал, а сейчас он не хочет допрыгивать. Ему стало тяжело. Я ему решил помочь, но он не может. Воу. Шутка про не может. Тут получаем урон, как обычно. Куда так прыгаешь? Прям на врага. Так как я поленился опять запомнить, где какие боссы, будем выбирать оружие, когда увидим. Так. Как бы штуковину взять. Но нет. Так, оно штуковину хватило. А, ну, в принципе, хватит, там еще можно подобрать будет. Восстановление. Да. А имп кривое говно. Ну, это не поспоришь, наверное. А что он делает? Уже бомба дойти. Ну я понял. Аля вина. Ну же, ты че? Фух, думаю, у меня игра зависла, я бы вообще бомбанул бы. Ой, а мне что-то хп мало, ребята. Это не смешно. Верните мне этого. Как его? Раша. Пилот еще не существует. Может, тебе еще и подкаст чаржем, а? Да, было бы неплохо. И в чем же прикол? Этот баг случается тупо из-за огня. Или дэш в воздухе. А вот все, бессмертие пнем. Ну. Что там еще в иксах модного есть? Апгрейды, например, там. Всякие мехи. Может, ладно.
Не, вот так-то. Так что все работает. Зуташчино. Забагованно, точнее. Забагованно, да. Реально, звучит как забагованно. Бонус. Ну ладно, что тоже метод. Зато быстро. Эффективно. Вот вам и текст. Доктор Шилов. Я Осмав. Короче, все были рады. Ну я ты не пияя. Пияя. Боже. О боже мой. Даже писать. Главное нормально на английском написано пис. Да. Пис, пацаны. Став. Бетаг. Подобные тексты запиливал в себе в конфиг и печил этим УГ. Рлопеем. Аше. Серьезно? Упячка. Сная Ашея. Уабик. Серьезно, чечло по... Умру. Попячься. Сная Арстия. Да, после... Сред стоят. После финала я хотел спросить, Жиж, это точно тот ром, который на бой стримить или нет? Тут. Тут вообще ничего не понятно. Бой, кто мапами. Мапами. Уикснап, рара. Уикснап, мапапапин, рара. Господи. Ребептеп. Ребептеп, бай, сарсон. На капком оставили. Вот и все. Можно бесконечно эти круги резать. Так что я все. Но мы не будем резать. Да. Мы будем резать мелодии. Так что сейчас мы вернемся.